Стать святым, я бы сказал так, одновременно и очень просто, и необыкновенно сложно. Само это слово многомерно. Во-первых, мы называем святыми тех людей, которые канонизированы церкви, которым мы молимся. Но, во-вторых, мы называем святыми и самих членов церкви, нас, православных христиан, людей, которые имеют некоторый, хотя бы и микроскопический, опыт святости, то есть опыт отношений с Богом. В меру этого опыта, в меру этой святости, мы и соединяемся с Ним, хотя бы чуть-чуть. И в этом смысле стать святым просто. Достаточно прийти в церковь и стать участником ее жизни и ее таинств. Ну а конец этого пути будет после того, когда мы исполним все задачи нашей жизни, когда мы потрудимся и войдем со Христом в Царствие Небесное. И это совсем непросто.